Новой дороги быть. Сегодня в Набережных Челнах приступили к строительству автомагистрали. Дорожники соединят улицы Нариманова и Раскольникова и продлят дорогу до Элеваторной горы. Новая проезжая часть будет четырехполосной. Съемочная группа программы «Челны-24» первой побывала на стройплощадке. Подробности у Эльмиры Гайнудиновой. Четыре экскаватора, три бульдозера, два катка, автогрейдер и несколько грузовиков. Вся эта техника задействована на строительстве продолжения улицы Раскольникова. Дорожники приступили к подготовительному этапу, проводят земляные работы. Они утрамбовывают грунт под основание будущей дороги. Здесь будет дорожное полотно с двумя полосами движения в каждую сторону, а также кольцевой развязкой. Подготовительный этап планируют завершить уже в начале июня. Но дорожники столкнулись с проблемой, которую необходимо решить поскорее. Так, на пути будущей дороги низина, которую нужно выровнять, засыпать на высоту около 9 метров. Для этого сюда привезли дополнительный грунт. Этот грунт у нас магистральный. Ну, его недостаточно, там еще 30 тысяч кубов надо. У нас пока нет грунта. Мы письма написали в администрацию города, но пока вопрос не решен. Еще одна проблема – газопровод, который проложен в этом районе. По строящейся дороге попадает газ высокого давления не сплошь, но участками. Вот этот газопровод, он вносится за пределы автомобильной дороги и будет новая ветка там. Новая ветка соединит улицы Раскольникова и Нариманова. Планируется, что дорога дойдет до Элеваторной горы. Здесь обустроят автобусные остановки, освещение, тротуары, пешеходные переходы. Построят коллектор и ливневые стоки. А вдоль улицы Раскольникова появятся местные проезды. Все работы необходимо завершить до 10 октября. Эльмира Гайнудинова, Радик Ганеев, Челны-24.